Кандагар. Пошел в Афгане дождь, негаданно, нежданно, покрыто небо всем тоскливой пеленой. И мы идем вперед навстречу с караваном, и в нужный час в эфир летит наш позывной. Вершины гор окутаны седым туманом, и из тумана льется дождь сплошной стеной. Но нашу группу вместе с нашим капитаном ведет ущелье вглубь скалистой крутизной. Нашли карниз, где можно от дождя укрыться, и командир дает на отдых полчаса. И если было можно в эти горы и врыться, не материли мы Афгана небеса. Окончен отдых, да и ливень прекратился, опять сияют небеса голубизной. И белый солнце, блин, за горы зацепился, и начинается опять палящий зной. Не до красот, мы призваны войною, и надо непременно выполнить приказ. И мы идем вперед, укрыты тишиною, готовим схватки с духами боезапас. Пусть много лет прошло, мы не забудем горы и дождь, в который мы на караван пошли. Нам не забудутся афганские просторы, но до сих пор Афган в душе моей болит. Thank you.